случае, молодой человек, я написала заявление и понесу его в полицию. Заблокировать канал CG. Вы могли бы прям нормально показать? Потому что без моего разрешения человек выставил видео. У меня есть доказательства в 2 видео. Я говорю всю правду, потому что вы бессовестный человек. Поняли. Я все равно пойду заявление отнесу это в полицию, как хотите. Или удаляйте сразу, или будет проблемы у вас. А, ребята, не успел, погодите, вступление не успел, сейчас все узнаете, сейчас все поймете. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы опять с вами поговорить. О чем? Почему вы не удалили мое видео? А какое видео? Ну, сын мой выставил, а вы не удалили без моего разрешения, сыночек. Но я же вам уже все рассказывал. Я рассказывал вам все по этому поводу уже, но неужели вы не понимаете? Не понимаю. Я хочу, чтобы вы удалили. Короче, молодой человек, я написала заявление и понесу его в полицию. О, разве вы не понимаете? На каком основании вы не удаляете видео? Вот, слушайте, пишу заявление. Стойте, подождите, а вы что, вы включили? Вы веб-камеру даже включили? Да. А, секунду, да, секунду. Да, заблокировать канал CG. Подождите, я не вижу заявления. Вы могли бы прям нормально показать? Просто я не... прям... Вот, смотрите. Так. Видите? Это листочек у вас, да? Прям вы прям заявление? Да, листочек, вот. Я понесу его. О. Потому что без моего разрешения этот человек выставил видео. Понятно. У меня есть доказательства в 2 видео. Я специально покажу. О, вы даже так все продумали. Да, только извините, я вот прям не совсем вижу, прям как-то. Нет, веб-камеру подальше чуть-чуть отодвиньте, просто я хочу разглядеть, не обманываете вы меня. Ничего я не обману, я говорю всю правду, потому что вы бессовестный человек. О. Вот, почему вот это вот не удалили? Что это такое? А? Ну. Я не поняла. Ну я говорил вам уже все об этом. То есть вы даже при мне в полицию звонили. Я все равно пойду заявление отнесу это в полицию, как хотите. Или удаляйте сразу, или будет проблемы у вас. Но вы уже звонили же в полицию. Так я заявление понесу в полицию уже. А что да. Вы закрыли камеру, не видно вы? Потому что заявление там примут, помогут. Там все сделают. Заблокируют вас. Я дойду до Москвы. Что это такое, а? Выставляют без моего разрешения видео. Слушайте, знаете, даже... Давайте так. Я уже выкладывал видео, опять же, да, с вашим разговором. И комментарии людей были на моей стороне. То есть даже люди и на моей стороне. И что? Да мне это не интересует, ваши комментарии. Там... Да мне пофигу. Короче, я несу заявление в полицию. Не, подождите. Или вам... удаляйте сами. Подожди, а как же мнение людей? То есть неужели оно вам не важно? Не волнует мне ваше мнение людей. Меня ничего не волнует. Но это же люди. Это же такие же люди, да как мы. Ну что эти люди? Я не хочу, чтобы там я вообще была. Вот даже голос мой там. Я несу в полицию, как хотите. Нет, ну несите в полицию, конечно. Я понесу, чтобы вас наказали, чтобы заблокировали этот CG канал долбанный. Достали уже. До свидания, дорогой молодой человек. Нет, а вы же звонили в полицию. Вас же... Почему вам сказали написать заявление? Мне сказали так. А, когда вы звонили, вас как бы, так сказать, мягко послали, понимаете? Ну, я пошла туда, и мне сказали, пишите. Я пришла домой, написала, и пойду сейчас отнесу в полицию. А. Вот так. Здорово. Но вы же понимаете, что я это видео могу тоже выложить. То есть уже не секрет, то что спустя 2 ролика, которые на ютубе... Ничего. И это поудаляют все. Раз вы такие умные. А, то есть вы уверены, то, что и это видео... Потом же заблокируют ваш канал CG, и все, и будете потом охать-ахать. Все, до свидания, не хочу разговаривать. Вот опять она сбросила, но... Я уже как бы это самое... Сказал то, что... Сейчас, смотрите. Что-то тут мне пишут. Не буду я в скайпе сидеть больше. Мне даже... Что-то слаб теряется. Извините, ребят, просто... Не люблю вот эти разговоры. Может просто каждый человек сказать, типа, а зачем ты вообще тогда выкладываешь эти видеоролики? Удали и все. Нет, я хочу, чтобы правда была на моей стороне. Я не хочу бояться, я хочу, чтобы правда и люди, которые пишут комментарии, все эти люди,
которые на моей стороне и были источником той самой правды. Я не хочу бояться и сливаться, и удалять все ролики. Да, волнительно, ну и что? Давайте теперь всех бояться. Я знаю то, что я прав, я знаю то, что сын не прав. Я знаю то, что он гриферит. Ну вот и пусть учит свой сын, я пойду до конца, мне никто не страшен. И я, ребят, надеюсь, то, что вы на моей стороне, потому что дело уже набирает какой-то ход непонятный. То есть уже заявление написал, уже даже мне не смешно, но я ролик это все равно выложу. Я не знал то, что он заявление напишет. То есть я не успел предысторию начать ролик снять, потому что как бы так звонок сразу поступил мне, я только камеру включил. Успел включить и все. Поэтому, ребята, мою поддержку прошу ставить лайки, чтобы, если что, лайки были на моей стороне. И пишите комментарии, что вы думаете. Потому что я считаю то, что я все сделал правильно. Ссылки на ролики, которые уже снимались с мамой этого грифера, они в описании или у вас на экране везде. Поэтому смотрите, ребят, заходите. Все, очень волнительный момент. Это я сейчас, если что, играю на своем сервере. Можете заходить. Как бы. Все отсюда идет. То есть я здесь нахожу школьников, здесь их баню. Все идет отсюда, поэтому можете заходить. IP в описании. Не дадим гриферам размножаться. Все, всем спасибо, всем пока, ребята. Поддержка ваша нужна.